Здравствуйте. Как повернуть экран в нормальное положение в Windows? Вариант номер раз. Нажать правой кнопкой мышки на рабочем столе, выбрать параметры экрана. Из раздела «Ориентация» выбрать «Альбомное положение». Экран должен быть в нормальном положении. Вариант номер два. Через настройки драйвера. Например, через настройки драйвера для видеокарты Intel. Жмем правой кнопкой мышки на рабочем столе, выбираем параметры графики, поворот и выбираем угол, на который нам нужно повернуть экран, чтобы он был в нормальном положении. Таким же самым образом можно поворачивать экран через драйверы к видеокартам AMD и к видеокартам NVIDIA. Если вы не можете найти в Один можно повернуть экран в видеокартах NVIDIA или AMD, то, скорее всего, у вас просто не установлен драйвер для видеокарты. Попробуйте его установить, либо попробуйте удалить старый драйвер, скачать новый и установить. Скорее всего, у вас настройки эти появятся, и вы без проблем сможете повернуть экран в нормальное положение. Спасибо за просмотр.